Официальная информация свидетельствует о морозе до 20 градусов. Ну, а это значит позволительно давать старт. Ну, иногда судьи прибегают к небольшим ухищрениям, чтобы все-таки состязания состоялись. Я думаю, в этом все заинтересованы. Хотя, как показал пример мужских состязаний у лыжников-гонщиков, не все все-таки. Будем считать это досадной случайностью для открытия сезона. И вот такой круг, хорошо известный по предыдущим двум дням соревнований, включая и спринт, хоть спринт проходил и на более короткой петле, но, тем не менее, старт и финиш в одном и том же месте у подножия трамплина. Ну, а круг 2,5 километра будет очень трудным, очень тяжелым для, я надеюсь, всех 65 человек, которые заявлены в стартовом листе, разумеется, по итогам вчерашних состязаний классической 10-километровой гонки на время с интервальным стартом. И сегодня это уже Гундерсен, то есть гонка преследования со стартовой схемой по системе Гундерсена, которую в свое время 40 лет назад придумали лыжники-двоеборцы, и потом этот алгоритм стартовый перекочевал во многие, не только зимние виды спорта. Ну, наверное, вы обратили внимание, что в арьергарде номер важен порядковый. Сколько отставания? 1 минута и 6 секунд. Лилия Васильева, победительница прошлогоднего Кубка Восточной Европы, континентального кубка, 1 минута 19 секунд, 21 номер. Яна Кирпиченко будет стартовать по 32 номерам спустя почти 2 минуты. Мария Истомина 2 минуты 6 и 2 минуты 7. Анастасия Рыгалина под номером 40. Ну, а теперь слово лидеру общего зачета, обладателю желтой майки и дистанционного зачета Фриде Карлсон, многократной чемпионке мира среди юниоров, многократному призеру чемпионатов мира. 3 медали она выиграла на прошлогоднем мировом первенстве. И непривычно для спортсменки под номером 2 Терезе Йохаук, хотя сами норвежцы зовут ее как Йохаук, 14-кратной чемпионки мира, догонять. Она привыкла убегать. Через 15 секунд после Фриды Карлсон убегает Катарина Хеннинг. Немка показала один из лучших своих результатов накануне. Номер 4 Эбба Андерсон, серебряный призер Олимпийских игр в эстафете, двукратный бронзовый призер на последнем чемпионате мира и Швеции. Криста Пармакоски из Финляндии, лучший из местных спортсменок, будет сокращать 35-секундное отставание, стараться. Опытнейшая спортсменка, 4-кратный призер Олимпийских игр, и у нее коллекция огромной медалей чемпионатов мира. Ну, а вот теперь дошла очередь и до российских спортсменок. Татьяна Сорина стартовала 8-й спустя 46, и Юлия Ступяк под номером 9 спустя 55 секунд. Десятку замыкает 5-кратный чемпионка мира из Норвегии. Если она стартовала... Стартовала. Хейди Венге. Опять-таки на норвежской лад. Хейди Венни. Ну, наверное, будем говорить больше интернационально, международно привычно. 4 круга по 2,5 километра, и вот этот подъем, на вершине которого сейчас находится Фрида Карлсон, безусловно, ключевой отрезок дистанции. О рельефе и его трудности языком цифр, то скажу, что на каждый километр дистанции приходится, есть и такой критерий, приходится порядка 34-35 метров вертикального подъема. Ну, в общем, это не предельное, но близко к предельной величине. Но сегодня не только рельеф будет мешать спортсменкам, так скажем, будет сложностью, трудностью, но и, конечно же, мороз. Не всякий в таких жестких условиях способен проявить свои максимальные функциональные качества. Все, конечно же, пластырем заклеены почти все, но особенно с чувствительным кожным покровом спортсменки. И вот первая промежуточная отметка, конечно, на очень важной точке, на самой верхней точке трассы. И здесь мы видим некоторые изменения в стартовых интервалах, но пока не касающихся принципиального порядка. Итак,
Так, уже сформировалась небольшая группа преследования. 4-й, 5-й, 6-й номера. Не представил Рози Бреннан, лучшую американку. Она стартовала под номером 6. Но в прошлом году выступала очень ровно. Заняла 4-е место. В общем, за счете Кубка мира несколько чувствует. Тоже, наверное, не самым любимым в своем стиле. Катарина Хеннинг, немка, которая пересекает промежуточную отметку первого круга, третьим номером. Фрида Карлсон добавила к своей победе во вчерашней гонке еще и неплохие очки за участие в финале в спринте. И общий зачет Кубка мира она возглавляет сейчас достаточно уверенно, опережая свою соотечественницу Майю Дальквист. Она сегодня не принимает участие. Она, конечно же, специалист исключительно спринтерских гонок, как и Йоханна Хагстрём, еще одна шведка, занимающая 3-е место в этом рейтинге. Итак, сохраняется по-прежнему порядок в первой тройке, а в группе преследования все те же трое, но теперь отставание немножко увеличивается до 42-43 секунд, а это отставание на старте было меньше. Значит, Фрида Карлсон идет быстрее, чем Хеннинг, чем Андерсон, Пармаковски и Бреннан. Ну а что же российские девушки? Татьяна Сорина отыграла одну позицию, отставание 50 секунд, и она на 4 секунды медленнее прошла этот круг. Это впечатление вот здесь, в этом ракурсе на подъеме, который часто бывает немножко обманчив. Те 14 секунд, которые разделяли на старт Сти Карлсон и Йохаук, оставались и после первой петли. Но вот здесь, на вершине второго подъема, кажется... Не кажется, а так и есть. Йохаук сократила 5 секунд. Что касается Катарины Хеннинг, 3-го номера в этой гонке, то ее 15-секундное отставание возросло уже до 33, и, скорее всего, трио Андерсон, Пармаковски и Бреннан совсем скоро ее достанут. Кстати, и Сорина приближается сейчас к этой тройке и вполне возможно совсем скоро к ней присоединиться. Да, так и есть. Еще несколько секунд на этом подъеме Сориной. Несмотря на то, что сегодня туповатое скольжение, скорости, тем не менее, такие внушительные. 5 километров пройдено быстрее 13 минут. Это лидерами. Пока, впрочем, они действительно самые быстрые, но, мне кажется, и Сорина может в этом смысле конкурировать и с Йохаука, и с Карлсом. Группа преследования ближайшая увеличилась до 5 человек, и в нее вписывается Ди Дэнк под 10-м номером. А Татьяна Сорина вместе еще с несколькими спортсменками. Это 7-й номер Керту Нисканен, это 12-й Моа Олсен из Швеции и 11-й Виктория Карл из Германии пытаются приблизиться к ближайшей группе преследования, от которой группу Татьяны Сориной разделяют, ну, не так уж и много. Всего лишь они тогда не были открытием. И вот Йохаук на самой вершине подъема, здесь на выходе, решает ускориться, обойти свою основную соперницу. Ну, посмотрим, удержится или нет. Но трудно, очень трудно. Это сейчас на крупном плане заметно. Даются эти очень важные метры на самой трудной части всегда подъема, когда кажется, что он закончился. Но пологая часть продолжается. И этим воспользовалась, почувствовав, что подсела шведка Йохаук. И начинает уходить
зафиксировав небольшое пространство, дырку между собой и Фридой Карлсон. Ну и, конечно же, тогда появляется шанс в борьбе за высокое второе место. Нет, я не отдаю еще, конечно же, победу Терезе в этой гонке, но выглядит она пока весьма убедительно. Шанс появляется и вот для этой группы преследования мира. Ну, а нас, я думаю, ожидает наблюдение вот за борьбой в группе преследования, в которой хорошо смотрится еще одна норвежка, Хайди Винг, 10-й номер. Ликвидировала она свое небольшое отставание от Эбби Андерсон, Рози Бреннан стартовая. И сейчас, по сути дела, тащит за собой всех остальных. А среди них находится и Криста Пармакоски под 5-м номером. И под 3-м Катарина Хеннинг. Очень интересное соперничество в борьбе за оставшееся призовое 3-е место. Может быть, есть еще теоретические шансы включиться к этой борьбе у Муэ Олсен, Керту Нисканен. Ну, наверное, у Нисканен в меньшей степени, у Муэ Олсен. Но для этого 10 секунд отставания следующей группы преследования нужно ликвидировать. Кстати, и Джесси Диггинс сегодня оказывает... Ну, а нас, конечно, больше всего интересует оставшаяся финальная часть гонки, в которой вопрос о победителе еще не решен, равно как и о спортсменке, которая займет 3-е место, поскольку на него претендует сразу 5 человек. Кроме Восточноевропейского кубка, в российской вершине Тёя-Всибирской еще довольно важные соревнования проходят в Китае. Да-да, не удивляйтесь, но не на олимпийских объектах, а в другом месте. Там, правда, выступают только китайские лыжники и лыжницы и российские. Российские помогают набирать квалификационные олимпийские очки хозяевам Олимпиады, что очень важно для просто хотя бы участия. Ну, а Йохаук не оставляет все-таки шансов своей основной соперницы выиграть эту гонку, но все-таки и Фрида Карлсон будет удовлетворена тем, что оставит у себя лидерский желтый цвет общего зачета. Таким образом, берет реванш за отставание, за второе место во вчерашней гонке, с чем мы поздравляем обладательницу Кубка мира. Ну и наши поздравления не в меньшей степени относятся и к молодой, и еще и лидеру не только желтой классификации, но и классификации молодежной Фриде Карлсон. Ну а здесь, кажется, Хайди Винг сохранила больше сил для решающего ускорения на последней горе. Однако на равнинной части дистанции к ней подходит Керту... Нет, это не Керту Нисканен, это, конечно же, Маковский, но... Но Пармакоски разделит фотофиниш с американкой Бреннан только этого стартового отставания. Ну, а на финише она уступила 38 секунд, так что так и есть. Лучшая из российской команды Наталья Непряева завершает гонку вслед за Джесси Диггинс. 11-й. Диггин замыкает первую десятку. Таким образом, в первой десятке две представительницы Соединенных Штатов Америки, две немецкие спортсменки. Катарина Хеннинг в итоге шестая, что тоже нужно, наверное, признать для нее неплохим результатом. Кроме немецкого дуэта американского...